Хай Про на связи, и сегодня в моем метро открылась еще одна станция. И сегодня я вам ее покажу. Ну что ж, погнали! Ребята, эта станция находится на красной линии после станции Московская. Вот так вот это все выглядит. Московская, здесь пересадка на Таежную, а здесь новая станция. Она называется Центральная, и Центральная — это переход на Александрийский сад. Теперь эти две линии совмещаются два раза. Да-да. Что дальше? Что еще? А, еще у меня на схеме появилось теперь вот это вот. Шкиперская — это значит, что она строится. То есть станция Шкиперская, которая будет в следующем ролике, она уже строится, да. Ну что ж, погнали на новую станцию Центральная. Мы на первой. О, тут есть даже вагонетка, но она не в ту сторону. А, нет, в ту. Поехали на станцию. Стой, 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 стой. Не туда, короче, поехал. Поехали в правильную сторону. Погнали. Открой дверь, закрывается следующая станция. Лес. The next station is Лес. Едем на станции Центральная. Соседи. О, каньон. Станция Лес. Переход на станцию Железяку. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Триумфальная. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем, едем с гаража у нас. Ладно. Поехали, станция Триумфальная. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Кантемировская. Вот здесь сужение пути. И едем на Кантемировской. Да-да. Едем. Кстати, я сегодня замерял то, что проехать от станции Железяка до станции Александрийский сад, то есть по второй линии, занимает 2 минуты 33 секунды. Так, это у нас станция Кантемировская, сразу здесь закрывается, следующая станция Московская, the next station is Московская. Едем на Московскую. Станция Московская, переход на станцию Таежная. И осторожно, дверь закрывается. Следующая станция — Центральная. Там было сужение. И вот мы выезжаем наружу и едем на станцию Центральная. Станция Центральная, она надземная. И вот станция Александрийский сад. И та-дам! Станция Центральная. Конечная, поезд дальше не идет. Просьба выйти из вагонов. И вот она, станция Центральная. Центральная, Централ. И вот так она выглядит. Мне довольно-таки нравится станция Центральная. Мне вообще нравятся все мои станции. Кстати, здесь нету этих вестибюлей, но люди вестибюли, ну потому что станция наземная. Зачем здесь вестибюль? Если вам так нужен билет, то вы можете пройти на Александрийском саду, купить билет и сюда прийти с билетом. С Александрийского сада. Ну ладно, ребят, мне больше нечего сказать. Да-да. А так как мне нечего сказать, я буду с вами прощаться. С вами был Про. Всем пока!